Чудесный день представляет. Что за день сегодня? Динозавра не поймали. Машина заглохла. Может, еще и ночевать придется здесь, посреди джунглей. Успокойся. Словами делу не поможешь. Надо посмотреть, что с машиной случилось. А динозавра мы все-таки поймали. Правда, потом упустили. Вот именно, упустили. Теперь наверняка они уйдут в безопасное место. Подальше отсюда. Где их потом искать? Найдем. Я посмотрю, что с машиной. Здесь провод отошел. Я быстро починю. Вылезай скорей. Эй, поосторожней. Ты мне так ноги переломаешь. Это не я. Вылезай, а лучше не вылезай. Ой, мамочки. Жаль покидать наш дом. И мне жаль, но нас обнаружили двуногие. Они называются люди. Да, люди. И теперь они не оставят нас в покое. Мы найдем хорошие земли и построим себе новые дома. Что это за звук? Динозавр рычит. Кто посмел? Мы же договорились тихо быть, чтобы нас не обнаружили. Все, вперед! Прощай наш дом! Эй, ты чего на нас нападаешь? И вообще, кто ты? Не твое дело! Кто это? Ты его знаешь? Нет, первый раз вижу. Бешеный какой-то. Надо помочь Тирексу. Согласен, пошли. Все за мной. Отпусти его. Он еще жив. Дайте ему
противоядие! Зачем? Он же на нас напал! Он один из нас! Все, готово! Спасибо тебе, Кобра! Ты спасла нас! Да не за что! Я слышала, вы покидаете эти земли! А возьмите меня с собой! Вы стали мне такими родными! Да, конечно! Пошли! О, спасибо! Спасибо вам! Голова! Ну как ты? Жив? Ты зачем на нас нападал? Я не знаю, какое-то затмение нашло. Я съел какой-то фрукт с дерева, и меня стало все бесить. Ты же хищник! Зачем тебе понадобился фрукт? Он такой красивый висел, захотелось попробовать. Все ясно, ты съел бешеное манго. Никогда о таком не слышал. Зато теперь знаешь, как оно действует на динозавров. Все, хватит болтать. И так много время потеряли. Пора в путь. А мне с вами можно? Ну, если ты не будешь больше есть того, чего не знаешь, то пошли. Нет, не буду. Да, и еще. У нас с травоядными действует перемирие. Их не трогать. Понял? Я согласен. Все за мной. Тирексик, миленький, нам еще долго идти. Понятия не имею. Мы идем уже 8 дней, силы на исходе. Хватит ныть. Смотрите. Здесь лес, горы. Я вижу на горизонте озеро. Вот за тем деревом прям. Отлично. По-моему, мы уже пришли. Как вам это место? Я считаю, что просто отлично. Вода есть, лес есть. Значит, мы здесь хорошо обустроимся. Значит, пришли. Ура! Ура! Мы обустроимся на новом месте. И увидимся с вами, ребята. До встречи. До встречи.